Всем привет! Хочу выкопать этот кустик. Видите, я его вовнутрь засыпала весной, еще начало лета, землю вовнутрь. И вот я его подкопала. И сейчас хочу вытянуть, посмотреть, какая же там корневая система. И смогу ли я с этого куста сделать много новых саженцев. Ничего так, на первый взгляд. Интересно. Ого. Лаванда, конечно, мощнейшая корневая система. Смотрите. С маленьких. Все-таки мой эксперимент удался, я могу сказать. Круто, конечно. С каждого идет свой корень. Так что этот метод подходит мне. Хочу размножить, собственно, сама все несколько видов моей лаванды на даче. Сейчас надо мне отложить телефон и разорвать. Смотрите, с одного куста точно есть крутых несколько саженцев новых. И у меня их много здесь. Сейчас будем откапывать. В общем, приблизительно с такого вот куста получилось у меня 5 саженцев. Но я просто боюсь разрывать еще больше, честно говоря. Вот сверху здесь корень идет. Но я оставлю его вот так, посажу одним кустом новым, так сказать. Потому что вот маленькие я оторвала. Корни есть, но они, видите, небольшие. Поэтому буду садить вот такой саженец. Грубо говоря, с одного куста вышло у меня 5 таких саженцев. Вот. 3 таких мощных конкретных. Вот. 3, 2, 3. И таких вот 2 маленьких, с поменьше корневая система. Будем надеяться, что вот все примутся. Цей тоже можешь обрезать. Не обрывать, а такой секатор. Возьми секатор. Вот эти вот все я буду выкапывать сегодня. Вот еще один выкопали, муж трусит его. Ну покажи. Корневая система, ну да, хорошая тоже. Конкретная, я бы сказала. А ну сейчас муж посмотрит, что не, там. Не, секатор. Секатор такой у нас, фискас крутой. Интересно, сколько с этого выйдет саженцев. Ну вот тоже, смотрите, такой саженец, но можно и этот маленький отделить. Но мы не будем отделять, чтобы 100% принялось, так сказать. Вот этот сверху можно отделить. Так что сейчас будем разрезать. И вы представьте, вот с вот этих вот саженцев, да, с одного мы сделали минимум 5. Посмотрите, это же вообще все саженцы. И вот муж разделил, что у нас получилось с этого кустика. Конечно, крутая. Крутая корневая система, супер. Мы сейчас будем пересаживать вот основной ствол. Будем пересаживать сейчас на другое место, убирать отсюда. Мы здесь, у нас место для рассадки. Так сказать, для рассадки. И вот что у меня получилось. Саженцы посажены. Хорошенько я их закопала, чуть не ровно. Дальше еще буду выкапывать остальные. Планирую, куда какие садить.